Я не могу.
Если вопросов нет, мы приглашаем гостей прийти на дорогу. Что он делает, можно узнать вот напротив из другой части. Догадался, ребят, метров за 50, что будет ответ. Там на колени которые поддерживают парламент и Ельцина, с другой стороны, войска, военная техника, участники КГБ.
ошибка. Сейчас вы наглядно увидите, ну и что вы делаете. Распад СССР имел бы самые тяжелые не только внутренние, но и международные последствия. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны к катастрофе. Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? Я позволил бы не согласиться с вами, поскольку абсолютно все юридические и, так сказать, конституционные нормы были соблюдены. А тут сами реформы. Легализация сводных цен, свода торговли, до этого вещи запрещенные. Приватизация, жидкие чеки или ваучеры, как бы стать собственным акционером. И вот финансовые реформы. С одной стороны, реформа помогает избежать окончательного краха экономики. С другой стороны, ваше состояние от реформ ничего не получает. Например, кто-то делает свой бизнес, а кто-то становится вот челноками. Люди ездят за границу, будут товары покупать. Но это некоторые. Большинство в нищете. Люди не знают, как их жить дальше. В апреле 1993 года
осуществляется именно путем сотрудничества. Может быть, если я не знаю, что он стал тут схема, по которой сторонники президента призывают людей голосовать. Но узнали по итогу вот этого референдума, выясняют, что россияне проголосовали «да», «нет». И в мае 93 у нас падает ситуация. С одной стороны, народ сказал «да, реформы, да, Ельцин». С другой стороны, народ не потребует избрания парламента. То есть так и не определились, кто из них главнее, или депутаты, или президент. У них постоянно идут стычки, они спорят, депутаты Ельцин. В Москве сейчас тоже напряженно, проходит масса митингов. Вот здесь, на выходе из зала, он просто распускает парламент. Но тогда еще есть советская конституция, какая-никакая она есть, и по ней он не имел права этого делать. Это нарушение конституции. Депутат призывает незаконный президент, но им никто не подчиняется. То есть президент нарушил конституцию, его требуют отставки, депутаты распущены, но они сидят, принимают законы, которым никто тоже не подчиняется. Сердце болит, потому что как потом оказалось, что были у него факты, просто на Спасибо.
я через 10 минут начинаю. Что мы все выключили? Конечно, мы уже знаем. Сейчас опустите контроль свет, смешно посмотреть. Все готовы? Так, еще раз, все готовы? Готовы. Борис Николаевич, вы готовы? Да. Начали. Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век. Новое тысячелетие. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего лета, я ухожу в отставку. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Зачем ждать еще полгода? Сегодня в этот необыкновенно важный для меня день хочу сказать чуть больше лично своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, а казалось мучительно и тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, что чуть поднатужился. И все это верил. Одним рывком не получилось. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше. Я хочу сказать каждому из вас: будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои.
уже пошли. Просто прямо в жизнь, да, и стало получать.